3 канала, объемный звук и 300 ватт мощности. Сегодня расскажем про саундбар Samsung HW-Q700A. В комплект поставки входит сам саундбар, сабвуфер, пульт управления, комплект батареек, блок питания для саундбара и сетевой кабель для сабвуфера, кабель HDMI, а также комплект для крепления к стене. Начнем с саундбара. Он имеет следующие размеры: 98 см в длину, 12 в глубину и 6 в высоту. Весит 3,6 кг. Он будет хорошо гармонировать с телевизором диагональю от 50 дюймов. Саундбар можно установить на телевизионную тумбу. Снизу имеются резиновые ножки, чтобы не поцарапать поверхность. Также саундбар можно закрепить на стене, если телевизор установлен таким образом. В данной звуковой панели установлено в общей сумме 7 динамиков, которые создают звуковую картину с тремя основными каналами – фронтальным и центральным, а также двумя дополнительными каналами для придания дополнительного объема. Отдельная пара динамиков установлена не спереди, а в верхней части корпуса. На лицевой панели справа находится маленький дисплей. На нем отображается информация о текущем режиме работы. Сверху посередине расположены кнопки управления, но вряд ли они пригодятся, потому что в комплекте идет удобный пульт дистанционного управления. Кстати, с его помощью можно управлять и некоторыми телевизорами Samsung, что позволяет использовать один пульт вместо двух. Сзади на корпусе саундбара сосредоточены порты и разъемы. В их числе оптический аудиовход, сервисный USB-разъем, гнездо для подключения блока питания и два разъема HDMI. Один из них с поддержкой технологии ARC для подключения непосредственно к телевизору. Также панель оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth. Теперь посмотрим на сабвуфер. По габаритам он укладывается в размеры 35 на 30 на 20 сантиметров и весит почти 6 килограмм. Для подключения к саундбару не требуются провода. Связь устанавливается по радиоканалу. Общая мощность акустической системы составляет 330 Вт. Если ваш телевизор Samsung поддерживает технологию Q-Symphony, то динамики телевизора могут выступать в роли дополнительного канала, делая звук еще более объемным и насыщенным. А еще есть несколько звуковых пресетов для настройки звука под конкретный контент: спорт, новости, кино и диалоги. Последний усиливает голоса, что позволяет более четко слышать диалоги персонажей даже при сильном внешнем шуме. Ну и напоследок расскажем про поддержку смартфонов. Если у вас Samsung, для быстрого подключения достаточно поднести смартфон к верхнему краю саундбара. А если у вас устройство от Apple, то саундбар порадует поддержкой технологии AirPlay 2.